День первого президента Казахстана отмечают в Анкаре. Накануне праздника прошла конференция с участием общественных и государственных деятелей Турции. Эксперты говорили о роли Нурсултана Назарбаева в казахстанско-турецких отношениях, о взаимовыгодном сотрудничестве двух стран в экономике, политике и культуре. Отдельно отметили инициативы главы государства, такие как отказ от ядерного оружия, содействие в создании Тюрксой, парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и Тюркского совета. На встрече отмечалось, что по результатам исследования социального центра «Тюркский барометр» лидер Казахстана был назван самой влиятельной фигурой в тюркском мире. За последние 25 лет Казахстан провел масштабные реформы в экономике и политике. Я считаю, что построить новую столицу посреди степей Сарарки было отличным решением. Астана, ставшая площадкой важных международных форумов, сегодня известна всему миру. Благодаря стабильности и хорошему инвестиционному климату Казахстана, иностранные компании реализуют здесь индустриальные проекты.